И вот настал тот самый час, который ждут все гости в зале. И вот внесли для молодых и торт, украшенный свечами. Я прошу, прошу вас, Светлана, прошу, со своим очаровательным супругом Кордон. И молодые нам сейчас проявят здесь единодушие. Одним дыханием своим все 50 свечей потушат. Прошу аплодисменты, аплодисменты этой счастливой паре. Пусть ваша жизнь, ребята, будет такая же сладкая, прекрасная, как этот сказочный сладкий год. Аплодисменты, большое вам спасибо. Thank you.
Одно сказать. Вот мы все вместе сидим. Это мы не просто. Я хочу одно сказать, что самое главное в жизни – это слушать старших. Поэтому я хочу представить слово Мурадаге. И чтобы Мурадаге вот сказал. Мурадаге. Большое спасибо. Ну, там для публики говорю. Ну, тот буду. Я шанул, так Сегодняшний вас отравляем. Возьмите токсины. У вас там приходится место. Чтобы они были счастливы. Вам принесли только радость. Чтобы они прекрасные дети так вырастили. Чтобы были радостны. И второе, значит, я, значит, поздравляю и за товарищей, которые приехали из Дали, за свадьбу ваших своих друзей. И чтобы мы тоже были на свадьбу Новороссийска, еще в другом месте, понимаете, вижу так. Чтобы наша дружба креплась. Мы привыкли к дружбе. Действительно ездили так, как в свой дом, родной дом. Везде были, понимаете? Ну, думаю, так это снова восстановится. Не может быть так остаться. Давайте за дружбу. Все нормально. За дружбу. Иншаллах. Давайте.
Еще Аллах, чтобы все было отлично. Я хотел пожелать вам, тебе, твоей жене, чтобы у вас хватило сил и здоровья довести ваших внуков до такой же свадьбы. Дай Бог. Ну а по мере возможности мы присутствуем. Свадьбы твоих внуков. Зон пишет правду, ну ладно. Вот Володя сейчас вам налила. Володя представит. Давайте. Финишку принес. Он, правда, я два слова, когда он начал другие вещи, он меня поправил. Сейчас надо больше о людях, хорошие человек. Правильно они превращаются в команду? Молодец. Самый главный, самый наш, у нас самый уважаемый человек. Мне очень приятно сидеть за одним столом со своим братом. Вы даже чем-то похожи, правда? Я немножко сам сидеть, Я думаю, она тоже бы так. А мы варим. А они варим мои члены. Она смогла приехать. Мне очень приятно за его. То, что он сумел такую свадьбу своему сыну. Ведь очень приятно. Я не знаю, как мне это тоже будет. Молодец. Мой брат. Я вам желаю, чтобы у вас здоровье, так вы нас лучше. Но вы молодцы, берите, чтобы у вас хватило здоровья, здоровья сына. У вас много хватило. А в основном вы сами знаете, как что делать, умыться. Вы очень приятно, что я вас знаю. Ваня очень большой. Такое пожелание ты должен выпить. Подожди. Приехали. И самое главное, хотелось бы, чтобы вы... Это приятно. Приехали. Это Шамиль. Вот это. Шамиль бесполезно. Я желаю передавать. Я помню. Я от вами нового имени. Я буду вам просить, чтобы вы были молодыми. Приехали. У вас уже раньше брат жил, да? Спасибо вам за добрые слова. Самого старейшего из ваших. Ничего, вот. Шами снимает, смотри. Что ты выпил, что там? Вообще, я такой добрый завис. Основные уже позади. Очень много пришло уважаемых людей.
Thank you.
дальше, дальше. Thank you.
Шалпе.